что-то на гоночном. Друзья, всем привет! Приехали в ТЭН-196, пригнали Lexus на замеры, ну и взяли с собой покрышки для того, чтобы соорудить четенько в размер держалки для шин. Погнали мериться. Будущий дом. Вот тачку. Высота, в общем, позволяет просто стоя ходить. Здесь под колеса будет держалочка. Ну и на случай дождя где-нибудь на трассе можно будет скрыться не только в палатке, но и здесь, допустим, коробку какую-нибудь перебрать или еще что-нибудь. Друзья, всем привет! С вами Андрей Остапов, и мы с вами встречаемся в нашей новой серии на нашем новом YouTube-канале. Полетели! Сейчас стою у нашей новой тачки, которая по плану поедет сезон 2022. Самые внимательные наверняка увидят, что Lexus свистит. Данная конфигурация была запрещена к применению РАФом. Мы посадили меня ближе к центральному туннелю для того, чтобы не драться. Не подписывайтесь, не ставьте колокольчик, чтобы не быть в курсе того дерьма, что здесь происходит. Это мы снимаем только для себя, хоум-видео, для того, чтобы под старую жопу зайти и посмотреть, какие мы были молодые красавчики. Все, пока. Наконец-то мы вырвались вместе потусить, сгореть. А что такое? Черный. Слушай, черный, подожди, надо просто туда нажать. Ну-ка, а вот. Вот, все. Давай.